нравится, но... Приморское радио «Лемма» отмечает 27 лет. В честь своего дня рождения весь июль «Лемма» дарила слушателям подарки и отличное настроение. По будням каждое утро ведущие в прямом эфире устраивали празднично-интеллектуальные и музыкальные конкурсы. Те участники, которые быстрее всех дозвонились в эфир и выдержали так называемые испытания, получили приятные подарки от партнеров акции. Компании «Сфера Кадастр», спортивного клуба «Чемпион», спа-салона «Тао Спа», магазина «Тайская лавка», от компании «Ямагучи», автомагазина «Автотерритория», торгового дома «Аякс» и стоматологического центра «Гелиодент». Летим высоко, любить друг друга в небе, в мир звезд и облаков. А 22 июля с самого утра на радиостанции в прямом эфире звучала живая музыка. Это был яркий подарок радиостанции от приморских музыкантов из группы «Абордаж». Конечно, от всей души поздравляем наше любимое радио «Лемма». Счастья вам, любви и процветания. Клево. Кстати, не успел выйти вот из студии, уже куча смс-ок, люди едут в машинах и уже прослушали эфир. Очень приятно, что вы такие популярные, супер, мы не зря сюда пришли и не зря вы нас пригласили. Благодаря удивительной теплоте и неповторимой душевности на протяжении 27 лет радио «Лемма» держит высокую планку в сфере радиовещания. Радио «Лемма», поздравляю вас с днем рождения. Будьте такими же интересными, активными. Хороших эфиров, интересных новостей, хороших, приятных слушателей, хорошей музыки. Успехов, процветания. Семейного благополучия всем, любви, счастья, радости. Благодаря профессионализму и стараниям коллектива, радио каждый день заряжает хорошим настроением тех, кто выбирает волну 102,7 FM. Девиз радиостанции «Слушай, действуй, живи». Анна Дьякова, новости на восьмом.